260. Макка взятка, дыры-дырдым. Дыры-дырдым. C'est l'heure de faire parler toutes ces heures d'entraînement. Puisse NFL bénir vos dés de blocage. Дыры-дырдым. Гост, наверное, уже ждет меня там. На-на-на-на-на, пап-пап-пап. Так, у нас запасных нет. Потому что один пропуск, одна смерть была. Последним матчем. Так, пятка, блядь, есть, надо в нее въезжать.
Короче, беда. Так, мяч у нас теперь нести могут. Аж три тела. Так, гардов-то у него больше, чем у меня. А гардов-то, гардов-то, ёпт. Так, понятно. Так, ладно. Так, а там кто будет бить? Спрашиваю. Привет, Агук. Опять крыски у меня. Так, идеальная защита. Тара-ти-та-ти-та-ти-та. Так, ну все не уйдут, как бы, как ни крути. Похоже, блица не будет, блядь, да? Так, ну чего там, блядь? Третий матч, что ли, блядь? Какие ступоры, блядь, буду ждать, когда выйдет оппонент. Блять, мяч поймал, да? Какой молодец, блять.
Пяткой мяч поймал. Два плюс три, в принципе, вкладка. Думал фейл. А. Je suis accro à Game of Thrones, la série d'HBO. On ne sait jamais quel nabo en bagouser les auteurs m'ont tué dans d'atroces souffrances. C'est un brutal! Ensuite, j'ai du Docteur Flux, un voyageur du temps infecté par la pourriture de Nurgle qui se promène dans l'histoire et contamine tout le monde. C'est du bon, mais c'est... Да, как говорится, нахуй... Нахуй МБ, нахуй... Клавса. Mais pourquoi? Будем качать инвалидов. Так, ну чё, пошла горячая, да? Как вы относитесь к горячей воде? Да? Блять, сильный. Может вот... А нет, тут же не гард. Так. Надо бы въехать, конечно. Жаль. Так, тут что, таклзона? Да, таклзона есть. Я недавно купался в кипятке. С ума сошел, что ли? Так, толстый рок. Держись, дружище, я в тебя верю. Блин, сломался. Минус мув, блять, еще раз. Дерево ебаное. Ну, похоже, надо воина будет покупать. Дерево нахуй не нужно.
Так и не дожил, блядь. Думал. Ну, будет третий мув, куда нахуй его, блядь. Дерево, блядь. Сука, вот тут он так вот упал. Мразотно, конечно. Просто наимразотнейшим образом, блядь. Vas-y mon gars, mords-y l'œil. Так. Так, ты добегаешь. Я понял. Хуйня, пробой, да? Est-il vraiment raisonnable de lui marcher sur le cou avec des bottes loutées? L'arbitrage en tournée! Un peu plus raisonnable! Отлично. Это тебе, бля, за минус мув. Так. Так. Пускай бегут, выбивают как бы. Вот здесь, возможно, пошире стоило встать. Но там френзя стояла. Не мог я эту точку занять. Медик! Отлично.
Медика пережили. Ой, бля, медика, говорю. Мага. Тут, короче, ебала, ну. Классический Фендергос, бля. Другой игры у нее и не видел никогда. Ничего не фейлит, блядь, конечно. Конечно же, пробой, блядь. И мы просто будем гасить крысы все. Пускай заносит, говорю. Тем более аптечки нет, будем все дерьмо выбивать нахуй. Блять, как их только земля носит? Ебаный в рот, блядь. Ничего не реролит. Ни одно 2 плюс, блядь. Фейла, блядь. Еще, блядь, Канна пробился. Не вовремя, блядь. Так, дружище, это не защита, это залупа полная, а не защита мяча. Блядь, всю хуйню, что ли, блядь, прокинешь мне тут, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Заебал, блядь. Может, 3 плюс покидаешь, что, блядь? Так вот, чисто, блядь. Так, ладно. Так, ну ты, дружок, идешь сюда. Ты держишь вот эту хуйню. Так, тебе вставать придется. У меня тут одна игра, как бы. Другой не дано. В первую очередь всех марчим. Теперь блиц, соответственно. Так, финка нахуй. Так, скатер, конечно, блеватый полный.
Ну давай, бля, без этой, а? Хуйня, пожалуйста. 2+, ну можно я покидаю? Вопрос теперь, надо ли мне подбирать? Или поверить то, что он не кинет 4+. Да, я усложняю вот этому додж, вот этой хуйне, очень. Он превращается в 3+. Все, ладно. Верим только в чудо, бля. А, прыгающая хуйня. Так, 5-5, конечно. И, конечно же, с пробоем. Опять пробой у этой крысы, бля. Поганая, блядь. Сам подбирает. Вот это поворот, блядь. Ну, сложнее будет выбить. Спасибо. Еще раз, можно? Блять, игра, не издевайся нахуй. Пошел нахуй. Побегали и хватит. Так. Блиться в один куб, а не в два. Так, по старой схеме. Вешаем такл. Так. Так, пятка, давай ты встанешь сюда пока что. И этого пока не трогаем.
merci de soutien. А козлик молодец, блядь. Хуячит, блядь. Нахуй, говорит, мне ваши МБ, блядь. Второго, блядь, вынес просто. И качнулся. Ну ладно, ты будешь столбиком. Хотели того делать. МБ гард. Ну, будешь ты, блядь. Так, это ГФИ, да? А так... То же самое. А так лишний раз два плюс кидать. Да, блядь, что на ГФИ, что на это хуйня. Хороший лирол. Ладно, я пытался. Не мог не найти я ни двойку, ни шестерку, ладно. Или роллы у меня все. Ладно, будем на измор брать тогда. Может, он сейчас тут двойку найдет. Нет, стрелочку нашел. Все, идем на лос. Ай да молодец. Ай, Архар, бля. Так, кикер на лос идет. Странно. Так, успею я занести-то? Успею. Наверное. С поля, блядь, убери! Игроков-то, хули. Чтоб тебе блиц пришел, блядь. Так. Тебе надо качнуться. Ну ладно. Встаем вот так, чтобы быстрее добежать. А этот, это если вдали будут мяч выбивать. Que je vois là-bas au premier rang. Et c'est bien lui. Блять, лакирок, ебаный, блять. Второй ход подряд, блять. Мой второй драйв. А хули думаем? Встаем вот сюда, блять. Либо сюда. Че, блять, думать-то, блять? Куда ни встань, блять, нигде не сладко. А, блядь, от Архара уже шарахаются. Так, мяч за поле, я так понял. Так, не за поле, ладно.
un super match. Tac. Le rythme s'est un peu ralenti, mais ça va reprendre de plus belle d'une seconde à l'autre. Встать сюда. Ça sent la bonne grosse poignarde. А, блядь, надо было подходить, да? Тут я сыграл, бля. Не очень красиво. Раз, два, три, четыре. Clairement le corps à corps. Très efficace, Cédric. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. Молодец, качнулся. Il a voltigé, le rongeur. Выбьем из него все гардов, бля. Попробуем. С ГФИ. А потом уже мяч будем подбирать, да? А, блиц-то был. Ёбаный в рот, бля, да. Чё-то я уже чужу, бля. Так, ладно. Играем в Пасулькина. А и похуй. Не могу себе этого позволить. Тут встают очень далеко. Так, не упали. Прирол. Посмотри-ка. А эти ебаные крысы вообще бьет без пробоя? Хоть разок, бля. Ладно, не буду жадничать, потому что пах попахивает, блядь, гуфом. Такие, блядь, аптеки. Но эту хуятину я запомнил. Thank you.
Блять, сдожил. Пизда, мразь, сдоджила. Ладно. Этого тоже надо качать, так что... Так. Так, ладно. Il s'est emparé du ballon. Très judicieux de sa part puisqu'il faut le ballon pour marquer des points. Et voilà le ballon qui part dans le sens. Ah, si ça va, il cogne comme ils font tourner le ballon. Свершилось, слава богу, бля. Может сюда подойти вполне. Бульк нахуй. Так, чё тут у нас? Так ты легко бобый. Это был трехкубовый.
joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ce joueur préfère se battre entouré. Bingo, blять. Que faire ? Un adversaire cornu lancé à pleine vitesse. Tu vises entre les deux yeux. Это был трехкубовый такой аттракцион, да. Так, что мне тут сделать-то? Сначала бы не обосраться бы, вот что. Хотелось бы очень не обосраться. Était-ce vraiment le bon moment pour, comment dirais-je, transmettre le ballon, Bob? Dites-moi si l'autre joueur peut l'attraper sans le faire tomber. Ну, конечно. Le ballon change sans problème. Рерола нет, да? На последний ход. А там ГФИ придется кидать. Сука, блядь. Sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Ну надо закрывать тут все, хули. Блять, два ГФИ. Похоже, в мяч пойдут. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sortir la laine de la glace. Désolé de l'interruption, tout le monde ne peut pas sauter comme ça. Ой, да блять. Une tactique inattaquable. En tuant l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer. Сука, как же заебали эти животные, блядь, кто бы знал. Пошел нахуй. В могилу, блядь. Так, Агильный не добегает, да? Придется этим. Ладно, фалить я тут все равно не собираюсь. Так, давай-ка третью травму сделай. Так, не сделал, жаль.
Так, ты подбирать будешь? Так, ну не сделаю я три куба. Или сделаю. Нет, он третья сила. Четверых надо, бля. Надо четверых. Ладно, я верю в Орикса Золотого. Спасибо. Осталось доесть просто. Без пива они встают, что ли, блядь, мне? Вот интересно, блядь. Да, без пива, блядь. Встают как бати, блядь. Матусель, блядь. Матусель. Так, а чё я думаю? Так, если я встану. Если так, хуйня, да? Ну как хуйня? Нормальный такой лоз, бля, качественный. Забегание типа, да и хуй с ним. Вообще не страшно. Да, вот так вот, Саня. Три на лос стопудово. Эй, блядь.
А, такло, понятно. Вот решил вот, блядь, через такл играть. С даджом через такл. Нормально. Так. Ладно. Далековато выбил. Уху. Возвращайся за мячом. А, блядь, это восьмой ход. А я почему-то думал. Ладно. Шо это начало? Шо это начало второго тайма? Блядь. Расслабился рано. Все, лови его. Еще раз. Все. Никаких нахуй подкатов. Еще раз. Ну понятно, потому что объявлен в розыск. Нормально выжил. Чуть мне втемяшил, что это? Начало второго тайма. Не знаете? И я тоже не знаю. Гордый-то я не просто так поставил здесь вот. Не рядом с друг с дружкой, а вот так, чтобы они не давали двух кубов сюда. Кишкодеры, блядь, почему-то все на поле до сих пор. Это удручает. Выбивать на блиц. Высокий удар. Жалко, здесь никого не было. Блин, это поебень кидает пятерки. Ладно, хоть. Есть, блядь. Наказан, блядь. Все. Сюда, блядь. Сюда, мой милый друг. Так, не жадничаем. Так, почему не три куба? Так, тут, наверное, лучше блицануть Канной. Да, блицануть Канной. Тоже можно в три куба, да? А чё бы нет? Да. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Il connaît...
connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Quand on laisse le porteur du ballon exposé, faut pas s'étonner de la sanction. Да. Блять, или бьем сначала, или чё? Так, ладно. Бьем сначала. Нет, давай. Так, я подобрал. Так, а если сюда, то чё, бля? А она прыгающая, эта хуйня. Так что... Давай вот так. Ожидал даблы, но только чуть раньше. Блять, шестерка. Так, скатер хороший. Так, второй раз не сработало. Неправильно я горда поставил, все забываешь, он прыгающий хуета. Так, ладно, спасибо. Как говорится, и на этом.
Так. Viens au secours de ce joueur! Ça va faire mal! Il va l'esquiver en sautant. Et il retombe à terre avec grâce. Ah, il était temps! Il est pas loin! Скатер-скатерок. Отличненько. Красный тут. Это еще Валентайнс должен был сделать с этими крысами. А он какую-то херню с ними играл. Не стал реролить, ладно. C'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Понятно. Контрассист нужен. Ладно, не будем здесь тратиться на додж. Cette formation permet d'avancer sans trop de risque. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Ces joueurs se roulent par terre de douleur. Je crois que ses adversaires l'ont vu.
Ой, хорошо, блядь. Ослик слаб, как говорится, здоровьем, но нога-то сильная. Да, тут как бы. Его ебало. Охренеть. Вот душный, бля. Так, кого там покачать надо? Так, ну ты качнулся, дружище. В принципе, тут все, что есть, они все как бы. Так, ты пока тут не нужен. Еще хочет с клавсы, понял. И il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Не знаю, зачем эти мулы. Непонятно. Понятно. Дожал, как говорится. Так, переброс. Отлично. Деньги нужны. Как раз на козла. Так. Тум-тум-трум, пум-пум-пурум, пу-ду-ду. Возможно, стоило аптечку потратить. На воина. Ну да ладно. Нам как раз надо 160 монет надо. Так, 8, 13, 19. 19 на... Так, на 12. Броня 54 у нас.
Тут 41. Блибнули, как говорится, крыски. Блибнули. Двести монет у нас. Sinon, vous pouvez aussi affronter des coachs de partout dans le monde. Et oui, même de l'Ustrie. Не 2000, блядь. Инвалид у нас там, правда. Его менять надо, дерево. Несмотря, что одно из ПП осталось. Вот тебе и толсторог. Так, Архарк очнулся. Две травмы сделал просто. А осел сегодня просто был в ударе. Так, тут негла минус. Ловкость, да? Так, с кого начнем? Первым Архарк очнулся. Ладно, с Архара начнем. Оба на этот на А, типа этот на М. Ахахахаха, блять, да? Опять лоханулся. Опять лоханулся. Был бы пятиагельным. Опять, блядь, поторопился, ладно. Да, был бы пятиагельный, заебись, конечно. Пятерочка пришла, чего ты ему взять? Шурхенды. Ну тут гард будет. Пятиагильный, да, бля. И стоил бы сейчас бы 190, бля. Как на никель. А Галой, ой, Агилой балует как команду. Так, ну что-то надо будет покупать, чтобы не было излишков. Думаю, воина купить. Кто у нас там следующий-то? И Ваня Добрый на нашем стадионе. И точно, и выкачать там его до блока сразу.